Комфортная зона отдыха появится в Октябрьском. В округе прошли общественные обсуждения проекта благоустройства лесопарка «Лесная опушка». Для проведения досуга и отдыха разрабатывают концепцию. Жители принимают в этом непосредственное участие. Подробнее в репортаже моих коллег. Границы вот так. 24 гектара. С 2021 года в Московской области действует программа по созданию благоустроенных зон отдыха – парки в лесу. В течение 5 лет в подмосковных лесах обустроят 50 парков. Один из них – в Октябрьском. Парк нам нужен. Место для отдыха, уют, здесь настроение. Детки бегают, смех ребячий. Это же великое дело, когда приходишь, тебя окружают дети. При благоустройстве лесопарковой зоны жители предлагают удалить сухие аварийные деревья, облагородить озеро Макеевка, построить амфитеатр, оборудовать площадку для выгула собак, организовать парковку при входе в парк. Обязательно освещение основной, центральной, да, вот этой вот аллеи. Необходимо разделение дорожек для пешеходов и велосипедистов. Бегунов и для скандинавской ходьбы. Любая лесопарковая зона привлекательна для занятий спортом. Алексей Илюхин тренирует лыжников. В секции занимаются около 60 человек. Многофункциональная лыжная трасса здесь необходима. Все-таки в лесу должна быть сохранена, которая много-много лет назад была построена, лыжная освещенная трасса. Это будет и летняя лыжная трасса, лыжероллерная трасса, и также зимняя, где можно будет проводить и районные соревнования, и привлекать народ со всей области. Концепцию развития парка обсуждали более часа. Учли все предложения. На основании пожеланий жителей и мнения жителей будет формироваться техническое задание для проектирования данной лесопарковой территории. По итогам проведения общественных обсуждений составлен протокол. В ближайшее время на проектирование парка объявят конкурс. К реализации проекта планируют приступить в этом году. Первых посетителей парк примет в конце 2023 года. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.